Ну, а ми зараз готуємо смачний, дитячий, гарний сніданок. Доброго ранку, Світлана Пастушенко у нас в гостях, викладач Вищого професійного училища суднобудування, наш кухар, наш друг, уже постійно, який завжди чимось дивує. Ну, от, що говорити, змусити поснідати дитину зранку важко, погодьтеся. Треба якось зацікавити, щоб воно і смачно було, і поживно, і естетично гарно. Цим ми сьогодні будемо займатися, як я розумію, так? Так, доброго ранку. Я бы хотела сегодня предложить такие вот варианты. Действительно, все-таки детский завтрак, он должен быть сытным, чтобы ребенок получил все необходимые витамины, углеводы, жиры, белки для полноценного развития. Ну, чтобы день прошел продуктивно, да, ты бачишь, что школа. Спит, да. То есть ослабленный организм, то есть правильно приготовленный и именно сытный завтрак даст ему возможность зарядиться на целый день. Как говорят многие детские педиатры, что все-таки самое главное – это завтрак у ребенка. То есть он заряжается энергией на целый день. Поэтому я бы хотела сегодня предложить, но опять же, чтобы ребенок как бы скушал, да, нужно, чтобы он ему нравился, и так, хотелось уже глазами его скушать. Потому что, да, и что говорить, насыпешь там кашу, ничего не маю против каши, но если она просто будет насыпана, ну не хочется ты на ней сранку есть. А вот если какой-то медведик, какой-то осьминожек, уже хочется и скуштувати, да? Кстати, раз вы сказали за кашу, я бы хотела сказать, что в детском питании самое главное три вида каши. Это гречневая, овсяная каша и рис. То есть, если ребенок ваш эти каши любит, это замечательно. Пошастило, да? Да, да, маме повезло. То есть, и кашу можно давать ребенку практически каждый день. То есть, вреда не будет, он будет получать полноценные углеводы. Это очень хорошо. Ну, мы сегодня больше оригинальны, у нас не каша сегодня. А что, давайте покажем, расскажем и невеличкий мастер-класс от вас для того, чтобы приготовить сніданочок деткам. Да, первый вариант, который бы я хотела предложить, это... Ну, я говорю, это ромашка. Это для этого я использую обычную нашу сосиску. Конечно же, для ребенка мы выбираем не дешевую, а как бы хороший, дорогую колбасу. А вот давай трешечки запинемося. Так, ваша порада от у выбору сосисок для дитини. От яку особисто ви обираєте? Тому що вони є там молочні, усілякі, курячі, свинини. Ваша порада експертна. Я предпочитаю, во-первых, чтобы вы не берите подкопченные продукты, именно колбасу, да? Обычные, хорошо идут, именно хорошего качества сейчас, это филейные сосиски. Сино-говяжие, да. Куриные, конечно, я бы не советовала. Не варто, так? А, до речі, дуже популярно, дуже багато мам саме курячі купляють сосиски, чомусь, як не дивно. Так. Вот для того, чтобы нам получить вот такую ромашку, да, я хотела показать, что мы для этого делаем. Зараз майстер-клас, дивіться уважно и повторюйте вдома в себе, так. Ножом. Что мы робимо? Делаем не до конца вот такие вот, видите, чтобы у нас надрізи, получились. Надрізи, так? Надрізи, да. Так. Ну, хоч начебто, ну, щось там зробити квіточку, ведмедика, але все ж таки багато часу зранку це не займає. Я думаю, що це, тим більше, якщо це повторювати щоранку, щоденно, то взагалі це буде дуже швидко відбуватися. Ви можете навіть з вечора зробити отаку от заготовочку. Або з вечора, так? Да? Тобто нічого страшного в цьому немає в собі. Беремо зубочистку, да, і скріпляємо нашу ромашечку. И у нас получается вот такая вот ромашка. Ось, но опять маємо, же, да. Мы хотим полноценный завтрак для ребенка, да? Поэтому я бы посоветовала сюда еще ложим на сковородочку и вбиваем перепелиное яйцо. Можно использовать куриное, но опять же, ребенку полезнее все-таки перепелиные яйца. Запам'ятовуйте поради, что краще детям зранку вживати перепелиные яйца. Так. Обжариваем с двух сторон, конечно же, если вбили яйцо, нам нужно, чтобы желток прошел тепловую обработку, накрываем крышечкой, чтобы не сыре, да, было, да, 2-3 минутки, да, и оформляем потом нашу тарелочку, делаем в виде ромашки. Вот что из этого вышло, вы можете побачити, потому что готовая страва у нас уже есть, подивіться, дійсно, ну и прикрашаємо там огірками, так, да, сезонными овочами. Овощи детям тоже полезны, поэтому можете добавить то, что ребенок ваш любит. То есть я здесь добавила, видите, идет огурчик, идет зелень, что как бы идет у нас весна, да, нехватка витаминов, то есть очень даже
перепилене. Ну, погодьтесь, що дитина не відмовиться від такої краси, обов'язково з'їсти. Ну, це 100%. Так, далі у нас справа складніша. Ось таких осьміножиків, я їх так називаю. Я б сказала так, це завтрак для дівчинки, а от цей завтрак, я б сказала, це більше як для мальчика. Для хлопчика. Осьміножки. Можна зробити осьміножка дівчинку, осьміножка мальчика. Тобто, що нам для цього потрібно? Всі аспекти, і для дівчаток, і для хлопчиків. Если вы еще пойдете завтрак делать, ну, вместе с ребенком, я больше чем уверена, тогда точно он захочет побыстрее сделать, попробовать. Так, ну да. Так, что мы делали? Разрезали пополам, да? И как бы делаем вот такие вот ножки нашим осьминожкам. Да? Вот он уже схожи, да? Так. Потом берем обычные наши спагетти. Если мы хотим сделать девочку, мы спагетти вставляем серединку и вот здесь вот. Так, врахуйте цей нюанс. Я так розумію, що мова про волосся зараз іде, да? То есть мы делаем девочку, делаем длинный волос, так. Да? Если делаем мальчик, вот коротенький, тогда мы делаем намного короче, то есть сильно не вытягиваем. Які нюанси. А ще готуючи можна ім'я надати цим осьминожкам, восьминіжкам. Как мне говорит дочка, а братика. То есть я мама, папа, а братика. То есть вы пока с ребенком родину, делаете завтрак, можно и поговорить про майбутнє. Да. Так. Так, что потом делаем? Бросаем подсоленную горячую воду, да? Варятся наши спагетти, этим временем отвариваются уже сосиски. Мы достаем единственное небольшой секретик для того, чтобы они не сильно слипались, и добавляю немножко растительного масла. Так, олії, да? Для того, чтобы не злипались наши макарошки, спагетти. Вот. Так. Отварили, и вот смотрите уже, какой результат у нас получается. Так, маємо і дівчинку, і хлопчика, по зачіскам можна вирахувати, де хто знаходиться, і із редисочок, так, із редиса корона квіточка, да, я так називаю завжди. Ось і маємо і сніданок, і гарно, і поживно, і корисно, і чому б і ні. І часу не займало, ви в цьому переконалися. 5 хвилин, я думаю, максимум і готове. Так, ну і солоденьке, да, десерт. Куди ж без нього, діти полюбляють солодке. Що ви нас дивуєте сьогодні ведмежатком, як я бачу, так? Да. То дивіться, яка краса. Опять же, можете сделать это с вечера, да? Можете использовать, я использовала здесь джем, вы можете использовать сгущенное молоко, то, что любит ваш ребенок. Дитина, полюбляю. Можете сделать мишку, зайчика, ну, то есть, ну, уже работает ваша фантазия, что любит ваш ребенок, какого зверька, скажем так. Вот. Получается, что мы здесь делаем? Жарим обычные блинчики разные диаметров, да? То есть создаем ушки, голову и уже потом уже включаем фантазию и создаем зверя, которого мы хотим. Очень, очень просто, оригинально. Можно и котика таким чином створити, и ведмежатка таким чином. Ну, аж жалко куштувати. Що говорити? Так, і ще один десерт ми маємо, так, наостанок. Давайте його покажемо нашим телеглядачам. Ну, це вже естетична краса така. Квіточки. Да, ось подивіться, що ми маємо. І це творог, я так розумію, так. Сир, правильно? Ну, так, як ми говоримо за дитяче питання, да, творог має теж велике значення для розвитку дітей. Тому от я створила ось таку розу. Тобто, використовуємо звичайну силиконову форму. Якщо у вас мальчик, візьміть форму машинки, візьміть форму, не знаю, там, самолітика. Тобто, дивлячись від захоплень вашої дитини, да? Добавьте, опять же, то, что полезно, кстати, хотела сказать, что очень многие мамы ошибаются, когда считают, что вот ребенку надо брать все нежирные продукты, то есть вот именно творога касается. Я бы посоветовала, что ребенок должен получить все-таки жиры, да, по организму. Ну, так, какие необходимые все же таки для организма. Да, поэтому берите творог ребенку не совсем обезжиренный, как мы говорим, вот ребенок надо нежирное. Нет, это неправильно. Нужно брать творог, чтобы был хотя бы 5-9% жирности. Если вы берете молочные продукты, кефир, там, не знаю, йогурт, берите 2-2,5%. Это не повредит, наоборот, это только в пользу для ребенка. Угу. Вот. Здесь тоже я использовала, ну, я здесь для декора добавила, опять же, что любит ваш ребенок. Це може джем, може згущене молоко, да, яке-небудь бути, або навіть, ну, какао не сильно таке сильне, так, для дитини. Але все ж таки, хочеться запитати, на вашу думку, ідеальний сніданок для дитини? От такий, от з яких складових, з яких інгредієнтів він може складатися?
Ну, прям ідеальний. Ну, не ідеальний, а от такий, ну, один із найкращих, да, варіацій сніданків для дітей. От я що варто, щоб вони куштували? Я б все-таки щось, де більше молочний продукт. Я б совмістила творог, може бути, з блінчиками. Угу. Вот. Ну, вот так. Ну, і саме головне, ви знаєте, все-таки не старайтесь, коли ребенок проснувся, сразу біжати на кухню, заставляти його кушати. Ребенок має наіграти апетит. Тобто, де-то проснувся, де-то через час, ідіть вже на кухню. Ой, слухайте, а якщо в мене прокидається о 7-й годині, в пів 8-ї варто вже бігти, просто виходити з дому, і немає цієї години для того, щоб нагуляти апетит. Ну, у нас це по хвилина, ми плетемося і жуємо ту гречку. Ну, от як бути в цьому випадку? Підходить тоді більше для мам, які знаходяться, наприклад, в декретному відпустці. Угу, да? Проснулись, пішли вместе, зробили там зарядку, і пішли готувати завтрак. А для таких мам, как мы, да, с вами работающие, то тогда, скорее всего, лучше вот делать заготовочки, да, или с вечера, вот, и потом быстренько доготовить, то есть только так. Отож, готуйте ці сніданки, і ваші ранки будуть смачними у ваших дітей, корисними і без сліз. Тому що такого ведмежатка куштувати, таких у восьминіжків чи квіточку можна лише з посмішкою. Я вам дякую, Світлана, що завітали до нас. Світлана Пастушенко, викладач вищого професійного училища суднобудування, наш кухар, який дивує нас завжди своїми рецептами, оригінальними, а найголовніше смачними, і ще обов'язково зустрінемось з вами.